Да, ну что, те, кто с нами еще есть, здравствуйте, дорогие товарищи, мы начинаем миссию номер 9, потому... Миссия, которая говорит сама за себя своим названием, ну, во всяком случае, у меня в переводе, она называется «Луч надежды». Да, у меня название Hope in Hadley, Надежда в Хадли. Но, неважно. Надежда на то, что все будет работать. Что ты там бежишь, Хикс? Да, сейчас, погоди, бегу. Ну. Ну все. Ты есть? Ты есть. Так, у меня тут 3 из 4, и тут можно еще пистолет Васкес найти. Ага, да. А у меня 0 из 4. О, слушай, помнишь, это же эта миссия, в которой Бакхант был? А, да. По крайней мере, похоже. Да. Я это место помню. Этот бар вон. Да, это, конечно, гениальная идея стрелять дробовика. Как Тут ты? от меня что? You gonna make it? Отлично, спасибо. Ой. А вот теперь я что-то был не готов к тому развитию событий. Отстаньте от нашего бота. Невидимые стены. А, понятно. Коллизия. Кто сзади? Пока никто. Я, по крайней мере, не вижу. Слушай, бесит, когда я не могу перепрыгнуть через простой ящик. Да. Вот теперь и славный левел дизайн. Да. О, я могу забрать это. Какие живучие, а? Ага. Так, конечно, они до бесконечности будут ползти. Кого-то надо найти. А кого? О. Так, как тут я забыл достать-то этот кого? Кью. биоткрекер? Кью. Ага, да, точно. О, пистолет Васкис нашел. О, супер. Что он там делает? Непонятно. Не говори.
тут в дверях валяется. А, вон морпехи светятся у нас, да? Угу, типа их надо найти, но пока я вижу, что у нас тут не сильно много вариаций. Хонкер какой-то. Опа. Ну вот, минус один. Так, где мой фонарик? Так. Сейчас переставлю. Ой, я вижу чувака. Кстати, локация-то знакомая. Ну да, мы здесь прям ходили. Вообще, мы же тут были. Мы здесь тюрельки и ставили. Ты что такой живучий, а? Сейчас меня убьют. Сейчас меня убьют. Нет. Да, меня убьют. Оторвался от коллектива. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, бегу к тебе. Блин, стамина закончилась. Да беги, беги, беги. Но я убил обидчика. Где ты? А, вот ты где. Да-да-да. О, спасибо. Вали, отвали от меня. Что там у тебя? О, шайза, шайза. Патроны вылезли не вовремя. Да блин. Так, где ты? Я за столом там. Не вовремя патроны закончились. Да. Спасибо. Это был... Камон, опять? Что ж вы меня так любите? Я даже не это самый. Только я три патрона нашел на дробовик. Так, ладно, где мой дробовик? Я думаю, снайперка здесь... Снайперка здесь не нужна. Так. Что тут есть, что тут нету? Я ж не могу уже найти ничего. Ну, ввиду того, что я уже нашел половину всего. Так. Оружие полно. О, чувак. Майор. Встать, майор. Я бы бросил. Ух ты. Ага. Турелька. Пойдем дальше смотреть. Еще один где-то там. А, это турелька, которую ты ставил, да? Да. А, нам сюда не надо. А че вы стоите-то, ёкарно бабай? О, жетоны. Где? Здесь лежали. А я уже... Нам сюда. О. Эй. Маринка, такие вечеринки. Девушка, пойдемте со мной.
Ты можешь на нее воздействовать? Ну, только психологически, но она почему-то в потолок смотрит. Смотри мне в глаза. Девушка, пройдемте Ты с нами. хочешь идти со мной? Да. Да с ней вроде нормально все. То есть. Что здесь происходит? Что-то уже выдохся. Короче, не хочет идти. Мы что-то были уже когда-то. Тратится с Крузом внизу. А нам с Крузу надо, да, получается, вниз. Походу, да. Видимо. Знаешь, с этой миссией уже как. Как на пороховой бочке. Ты уже не знаешь, где там. Так, этого замочили. Там этот самый. Здесь ботяра. Давайте я его заберу. Это так, мой компаньон куб. Да, в Portal, кстати, в прошлый раз тоже классно поиграли. О, все тут, и баба тут. А этот что лежит? Кто где? Да вот мужик лежит. Устал, отдыхает. Пил. Ну пойдемте. Тут еще какой-то закуток. Я чувствую себя мужиком с большой пушкой. Да, ну конечно, тут эти самые текстурки такие. Приятные. Пиксельные. Это тебе не Квиксель с Мегаскан. Угу. Так, еще турелька вижу. Так, Том Круз тут. Переть будут. О, токарник стоит. Как там говорится, чтобы навал не накрутило, закатай ему рукав мудила. И надо посмотреть видосики, типа токаря намотало. Ой, тут кто-то шипит на меня. Тут, кстати, под. А, ну патроны я подобрал, наверное, на всех подобрались, да? Ага. Около. О, из окон полезли. Да ё-моё, нахера меня вынесли быстро. Отлично, спасибо. Тут ящик с патронами, кстати. Да. Что вы хотите от нас? Я просто буду стоять возле ящика с патронами. И что мне с ними сделать? Они там рашат, я не понял.
я заметил, что здесь пушка висит большая с Клисана. Это с Клисана или с Фо? Клисана с Home World, вот это вот. Ну нет, не с Клисана, а с этого. Эй, с Кунлана, да? Кунлан, точно, я перепутал. Ну вот, стыдно не знать. Что там происходит? Да хрен его знает, вроде никого. Они что-то подвисли все, я имею в виду, эти ксеноморфы. А где-то, поход... видимо, в углу застрял, и его надо убить. Vehicle Bay. Нам вниз, что ли, нужно? Попробовать. Да просто на площадке помочь Рид взлететь. Вон миссия обновилась. Ага. А где? Куда? У него дверь открывает сверху. Чё с Хиггсом? Ну что? Он сказал, что отправил Хиггса за пределы колонии. А у вас турелька сдохла. Подожди. Так, тут большой бегает. Ой, да. Меня Да, это что было? Ой, так, я выпал из строя. Да я вижу. Все. Ну блин, стрелки, ёкарный бабай. А я тебя как-то поднял, а потом меня куда-то телепортировало. Да-да-да. Ну теперь точно не поднял. Там второй какой-то сильно бурзы. Ну, по крайней мере, эта миссия не вылетает. Ну да. Сейчас потом надо поменять этот самый. Па-па-па-пам. Что там у нас? Так. И второе оружие мы возьмем. Вот такое. Что такое? Вылетел? Да сейчас у меня не вылетело, но грузится. Сейчас чекпоинт будет. О, загрузился. Отлично. Темнота, друг молодежи. Эй, кто, где? А, меня жрут. Давай. Теперь меня выбило. Че, завалили, тварь? Да блин, живучая такая, что прямо невозможно. Подними меня, я сейчас выпаду. Последние секунды остались. Фу. Все, отлично. Чё, спасибо. Завалили? Да.
Хорошо. Я ее с пистолета, как в фильме «Спасти рядового Райана». Такой, с таким же выражением, да? Да, просто лежал из кольта В 911-го танк. стрелял. Ну, это своего рода танк был. Сейчас оружие поменяю. Сзади какая-то тварь. А где наши эти сады? Ну Ёкарным? вот, меня завалили. То где? Я не понимаю немножко логику. Иногда полоска здоровья уменьшается очень быстро, иногда очень медленно, когда ты раненый лежишь. Отвали от моего друга. Ну чё там? Там Прус вроде открыл дверь. Зателепортировались прямо. Жетоны. О, да? Где-то там были. Ладно, я На столе, да, лежали. Ну, ты, наверное, увидел бы, у тебя просто их, наверное, не было. Ты уже подбирал. скорее всего, да. Потому что ты броник взял, а рядом жетоны прям лежали. Ага, окей. Тогда окей. О, это же я. Патроны. А ты... Так. Надо взять дробовик другой. Так, отсоединить топливопровода десантной шлюпки. Где у нас топливопровод? А, вот он, походу. Он что-то мигает. Соединяю, да. А нет. Ага. Один готов. Вот живучие твари, а. Все, последний отсоединил топливопровод. Меня возьмите с собой. И меня тоже. А, меня сожрали. Хотя я будто ешку удолбил. Так, поднять. А, чё, не успели. Да, тут, походу, в моде эту ешку нивелировали по самой не балуй. Угу. Ну или, по крайней мере, на той, на ульте мы... А тебя тоже, что ли, грохнули? Да! А-а-а. Понял. Понял.
Блин, а как тут? Офигеть. Там через пару ящиков не перепрыгнуть. Да. Yeah. Я пока понял, что там нужно обходить долгим путем, чтобы добраться до второго вентиля. Вот, о. Опять меня жрут, а? Тут какие-то злые пошли. Типа не просто солдаты. Тебя совсем жрут? Да не-не-не, я вроде этот... отбился. Ну вот. Какой-то крысиный король из чужих был. Так, меня подбили. Ну и все. У тебя тоже? Да. Блин. Вон Хиггса тоже, походу, бьют. Угу. Но это не настоящий Хиггс, не настоящий Хиггс, я. Дискорд подтвердит, да? Да. Да, что-то сложно. Сейчас. Сайдар, надо нормальный пистолет взять. И что-нибудь из разряда этой самой. И тут какую-нибудь большую пушку. Big fucking gun. Типа того. Yeah. Давай, беги с другой стороны. Да. Я бегу подключаться. Ага, да, все, не вылетело. Сейчас подключусь. А, ёкарный бабай. Ладно, я понял, где я. Ладно, вам сейчас быстро. Ну, главное, чтобы от меня что-то оставили. А то они так пробежали немножечко рядом и срезали. И вот. Все, я уже загружаюсь. Угу. Я тоже загружаюсь. И ты загружаешь, все загружаются. Get that bird in the air. Сулаку actually need just a minute to prep for flight here. I need someone to disconnect the fuel line. Так, давай. Ты первое, я второе. Понял. Есть контакт. А где ты? А, там еще один. Там три, да, их. А вы что ни хрена не делаете, блин? Ваш же бот... Черт побери. Что-то переборщил. Так, бегу к тебе. Да ё-моё, опять на меня набросились. Я переборщил с гранатами. А меня убили. А, печалька. Меня проткнули два раза подряд. Да, ты тоже с пистолетом, да? И их. Ну что, понеслась. Понеслась загружаться. Давай, грузись. А ты отвалился? Еще нет, но еще грузись. A few more seconds, gentlemen.
Ай. Хорошо, что ты тупой. Так, а ты уже все отсоединил? Да. Я их быстрее. То есть, пока я был в этой в скрипте, который. В анимации, которая отсоединяет эти насосы, меня никто не трогает. Ага. Я поэтому по-быстрому. Шасси сквозь текстуру провалилось. У меня показывает. You didn't specify which direction to drive the APC, sir. So, how are you alive if you don't mind too much my asking? What happened on Fury 161? Guess we're skipping the softball questions. We left LV 426 and sent out a distress call. Call you all responded to. Near Fury, the ship went into alert, and I was pulled out of cryo as the ranking and only Marine. The ship was on alert because Michael Whalen's PMCs illegally boarded the ship. The four cryopods ejected safely, but I obviously wasn't in mine. So, whose body was in your cryo tube? That's a longer story. I care about one thing, taking these guys down. That's all I got left, guys. Let's get to it. Floor is yours, sir. We're all colonial marines here. I wake up in the morning thanking baby Jesus for every day I'm in the Corps. So I'm gonna be good goddamned if I let Weyland Yutani take that away from me. Now, we don't have an FTL ship to get all of us back off planet. But they do. How long we got before the last boat comes in? Comes in tonight. They're packing up for good. Take this ship or we don't leave. Only chance we're gonna get. I have 63 active United States Colonial Marines, and we're gonna take that facility. And then we're gonna take that ship. And we're gonna get everything we can to take this company and Michael Whalen down for all the shit they've put us through and taken from us. Hoorah to ashes, O'Neill. Hoorah, Captain. For the Marines we lost, guys! Mm-hmm. Да. Ура, мы прошли сквозь боль и слезы. Ну, так, та жену мы не нашли, но это ладно. Да, да-да, да. Ну что, спасибо за игру. Думаю, на сегодня хватит. Да, на сегодня хватит. Ну хорошо. Спасибо всем, кто были с нами. И, в общем-то, лайки, подписки, шары, что там еще, комменты, донаты. Короче, все, что в ваших силах. Подписывайтесь. Самое главное. Да, подписывайтесь на канал товарища Хиггса, на мой канал. И, в общем-то, обязательно мы доиграем это чудо. Программной инженерии до самого конца, сквозь боль и слезы, баги и ксеноморфы. В общем, ждите новых серий. Хиггс. Да, все. Всем спасибо. Всем до встречи, всем пока. Да. Давайте. Адиос, амигос.